Спортсмены Одинцовской школы Олимпийского резерва приняли участие в областном первенстве по плаванию среди девочек 2008-2009 и мальчиков 2006-2007 годов рождения. Из 37 городов наша команда в общекомандном зачете заняла 10 место. Варвара Веременникова сумела завоевать сразу 3 медали – 2 серебряные и 1 бронзовую. Юная спортсменка прошла отбор в сборную команду Московской области, в составе которой поедет на Всероссийский фестиваль по плаванию «Веселый дельфин». Он пройдет с 7 по 11 декабря в Санкт-Петербурге.